13 факелов по периметру мемориала славы, по количеству городов-героев. Ленинград, Одесса, Севастополь, Волгоград, Киев, Москва, Керчь, Новороссийск, Минск, Тула, Мурманск, Смоленск и Брестская крепость. Основные рубежи обороны и погибших там вспоминали накануне Дня Победы. Вечером 8 мая у Вечного огня в Сергиевом Посаде зажгли свечи в память о трагедии Великой Отечественной войны. Под дождем, с цветами в руках, волонтеры, молодежь, юные сергиево-посадцы и жители округа. Уже 13 лет, с 2009-го, перед 9 мая и 22 июня зажигают свечи памяти. И наш человеческий долг поздравляет друг друга с праздником. Всегда, всегда помнить о тех, кто пал на войне. В знак этой вечной памяти мы просим возложить к могиле ваши цветы и свечи.